Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби-герои». Ну что ж, продолжаем выполнять задание за растение. И у нас, так, новое задание. Выиграйте игру мегавыросшим растением-героем. Сыграйте 3 гаргантюа. Это, конечно, все хорошо, но не сейчас. Так, обучение в зомби-университета, да? У нас с вами предпоследняя миссия здесь. И, наверное, мы будем с тобой играть именно вот этой командой. Так, я еще раз посмотрю, что у меня здесь находится. Ну, в принципе, все на уровне. Можем, конечно, с тобой взять вот это вот растение. Это у нас душистый горохострел. При использовании перемещает зомби на эту линию. А нужен ли он нам? Ну-ка, давай попробуем, наверное, удалить. Возьмем с тобой вот... ух ты, а это что такое у нас? Липучка. При использовании создает ландшафт. Мокрое место. Мокрое место. Давай возьмем, давай возьмем. Так, что мы еще с тобой можем? Уберем, наверное, как говорится, удобрение, да? Один мешок. И возьмем вот так. Кстати, а вот это что у нас такое? Так, при использовании шаманства карты событий отважный клевер получает плюс к атаке, эквивалентен цены карты. Да, меня немножко озадачили. А что же мы тогда можем поменять? Как бы у меня тут все... Ну, давай, наверное, уберем заморозку. Не знаю, ребят, я вот честно тебе скажу, что я немножко даже в растерянности. Хочется все, но, сами понимаете, все взять невозможно. Ну что же, ладно, пускай пока вот все, что как у нас есть, так и будет. А нам пора выполнять миссию. Ржавый разряд против нас. Ну давай глянем. Так, ну эту меняем карту. Что-то как-то... Надавали всего сразу же очень много, да? Ну что, поехали. Я думаю, именно с такой рукой мы с тобой и начнем. Что? При использовании приема получает? Нет, нет, родной. Только не сейчас и не сегодня. Давай накажем. Обменяемся, грубо говоря, да? На-ка, лобешник. Оки-доки. Следующим у нас кто пойдет? Сейчас посмотрим. Ой, начинается, а. Ну а мы... Мы можем грушу взять, или же... Давай так вот сделаем. Карту мне. О! Какой-то у нас боб-попрыгунчик. 2 урона мы с тобой получили в лицо. Ничего страшного. Надгробие, вот дудки тебе. Захотел чего? Так, давай мы вот этого ханорика заморозим. О, отлично. Что он сейчас будет делать? Ничего, ничего он не стал делать. Вот теперь у нас... Так, что он сейчас будет ставить? Опять он надгробие, да? Всю эту ерунду. А мы можем с тобой, знаешь, что сделать? Ну, во-первых, поставить сюда нашего шокера. И команда амфибии. Давай, наверное, вот сюда вот влепим. Посмотрим, что он сейчас тут замутит. Так, чувак, а он что у нас делает? Получает плюс... А, нифига себе, сколько? Плюс 2 или минус 2? Минус 2, да? Вот тупырь. Хорошо. А наша груша еще живет. Еще живет и пахнет. Так, что мы сделаем? Давай мы, наверное, с тобой возьмем нашего вот этого вот попрыгунчика. Нет, попрыгунчик слишком дорого. Да я даже и не знаю. Вот так я, скорее всего, сделаю. Он сейчас стопудово его уберет мне, да? Сейчас 100 пудов уберет. Ну, конечно же, конечно же. У него все есть. И еще уничтожает растения. Короче, испугался.
И еще и успевает разместить астронавта. Зашибись. Что я тебе могу сказать? Что я тебе могу по этому поводу сказать? Так, что нам дают? Ага. Ну давай кого-нибудь уберем рикошетом. Да, не того, кого надо. Ничего я поделать не могу. Мне дают капусту. Он опять сейчас два надгробия выставляет. Естественно. А мы с тобой сделаем вот так. Нам уже, как говорится, терять с тобой нечего. А этот все плодит. Да, своих зомбариков. Мы с вами пока, ребят, проигрываем. Пока мы фейлимся. Карту получает. У него очень хороший добор идет. Очень хороший. Опять карту получает. Достал он, если честно. Давай, наверное, мы с тобой возьмем. Поставим сюда рикошет. А, рикошет. Мы можем с тобой убрать кого-нибудь, да? Давай вот этого вот уберем. Окей. Так, дальше у нас что? Капусту я могу поставить. Ну, предположим, даже. А этот что у нас делает? При игре растением сверху он получает плюс 2, плюс 2. При растении сверху. Растение, наверное, вот так вот, да? Проверим. Ну, конечно же, астронавта нужно поставить. Ё-моё, как же без этого-то? Да вот уж дудки тебе. Блин, у нас всего лишь 6 хп, друзья, 6 хп осталось. Я что-то не вижу, чтобы у нас тут было какое-то улучшение. Ребят, я вот серьезно говорю, я не вижу этого. Так, дает другому растению. Ну, давай вот этому дадим. Окей. Так, включим, наверное, с тобой заморозочку вот сюда. Пускай постоит, подумает. И нам, по идее, надо что? Ну, по идее, да, нужно тоже делать добор. Слушай, неплохо, кстати. Поехали. Оу, ё-моё. Это плохо. Это, друзья мои, очень плохо на самом деле. Так, смотрим. Убрали. Этого уничтожаем. И сумоист. Да, уничтожил мне, конечно, мое растение. Ну да ничего страшного. Посмотрим, кого он сейчас будет вставлять. Так, броневика выставил, да? Откуда у тебя столько зомбарей, а? Чушок, вот ты мне объясни, пожалуйста. Так, выставляем, короче, с тобой капусту. И вот так. Посмотрим, что он будет делать. Ничегошеньки, да, не стал? Окей. Окей, так. Сумоист, отдохни-ка. Мне нужно его пробить, друзья мои. Во что бы то ни стало. Смотрим. Выставляет броню. У него очень много брони. Понимаешь, очень много брони. Значит, я предлагаю сделать, знаешь что? У нас сколько при дорожке? По-моему, две атаки, да, наносит? Вот если здесь находится. Когда растение отсюда наносит урон зомби, герою вы... А, вы вытягиваете карту. Немножко лопухнулся. Ладно, хорошо, сделаем вот так вот. И все пока. Погнали. Астронавты, ну естественно, естественно. Кто бы мог подумать, что что-то другое здесь будет. Пробьем, мы его должны уничтожить. Окей. Вот здесь, конечно, плохенько. И здесь убираем. У нас с вами всего лишь одно растение осталось. Всего лишь одно растение. А он-то сейчас будет тут плодить. Естественно, будет плодить. Посмотри, сколько у него карт, а. Ну и как вот мне быть? Так, что, растение здесь получает двойной удар. Двойной удар, это, конечно, все хорошо. Это все хорошо, но... Как мне здесь быть? У него целая куча карт, у меня карт нету.
своими донаборами он достал уже. Так, что, растение получает... Ага, ну давай сюда потратим. Уничтожаем. 5 хп всего лишь у нас остается с вами. Ход зомби, кого он будет выставлять? Ага. Слушай, есть маленький шанс у нас с тобой. Если он не уничтожит его, конечно же. Но 2 единицы мы с тобой в лоб получим. 2 единицы. Так, 3 хп. У него тоже 1 карта всего лишь. Сейчас, конечно, будет... Ага. Так, ну что я тебе могу предложить? Вот так вот только сделать. Погнали. Блин, сумоист вышел. Это плохо. Это, друзья мои, плохо все. 6 единиц здоровья. Кому? Себе он восстанавливает? Ну, себе, конечно же, кому он еще может восстановить? Так, а у нас выпадает 5 единиц. Но мы пока не прибережем эту карту. Окей, давай 2 раза бомби. Еще разок. Норм, пока все норм. Смотрим, что нам выпадает. Там надгробие выставляет, да? Давай сделаем вот так. Ну и в атаку. Да ты достал со своими сумоистами чертовыми, а? Просто заколебал. Раз. Так, уничтожили мы этого сумоиста. У него все равно там еще 2 хпшки. Ход зомби, что он там будет? Ничего нету, да, у него? Приплыл, что ли, паренек, а? Или как? Жалко, конечно, что мы потеряем с тобой астронавта. Астронавта вызывает, понимаешь? Эх. Ну ладно, ладно, смотрим. Что он сейчас там? Что, вот что он там вытянул сейчас, мне интересно знать. Какую карту? О, ход зомби, смотрим, что он там. Ничего, ребят, не выставляет. Слушай, возможно, мы с тобой еще живем. Если у него, конечно, там нету убрать с поля ненужную карту или еще что-нибудь в этом будет. Нет. Как ни странно, у него ничего подобного. Так, еще удар. Ух, слушай, слушай, смотри, у нас, по-моему, с тобой довольно неплохо все. Главное, чтобы он вот сюда никого не поставил, а то... Ты понимаешь, да, что будет? Давай-ка я вот так сделаю. И... А что я мелочусь, ребят? Давайте сразу ушатаем, да и все. Вот и все, друзья мои. Слушай, на самом деле, чисто, я не знаю, ну, чисто фартануло. Он меня так разносил, а потом как-то все в мою сторону пошло, и ты понял, да? Так, мы, кстати, можем с тобой открыть... Ну, давай попробуем набрать 200 гемов и 2 пака открыть. Сейчас будет очень сложное задание, потому что у нас здесь будет сам босс. И я думаю, мы, наверное, с тобой оставим, да, нашу... Тень горох. Попробуем, ну, выполнить задание именно ей. Так, вспышка на солнце, это эксклюзивный герой, это я все понимаю. Вы будете мне это выполнить миссию-то? Профессор мозг атака. То есть, ну, сам понимаешь, сейчас будет жутко люто. Так, надгробие, это все хорошо, это я меняю. И вот это я тоже заменю. Надгробие оставим, наверное, да? Поехали. Во-первых, мне хотелось бы узнать. Профессор Мозговая Атака использует свою лучшую способность только здесь. Он зовет ее Эврикой. Растением эта идея вряд ли придется по вкусу. Ну что там у него еще за Эврика, ё-моё, появляется? Что он там хочет сейчас сделать? А? Вот объясни мне, пожалуйста. Выставляем с тобой Грохострела. Так, шаманство, 3 любых карт. Зашибись, он сразу себе добор делает, ты прикинь? Офигеть. Просто взял себе и 3 карты добрал. Шаманство. Угу. Выставил, да? Выставил. Так, а что у нас делает? Так, амфибия команда. Он амфибия у нас, да? Блин, да мне надо, по идее, урон нанести ему. Иначе 4 в лицо прилетит как-то не очень желательно. Окей, дальше смотрим. Так, фасолинка, да?
Ты достал уже, а? Улучшил еще. Ты посмотри, что делает, а? Ладно, делаем так. Карту. Что это за, что это такое мне выпало? Хладнокровный боб. При использовании заморозка все надгробия. Зомби пропускает следующую атаку. Да? А больше я никого, да, не могу здесь использовать. Ну что же, тогда давай заморозим хотя бы. Еще и карту получим, да? Блин, карты, конечно, немножко не те выпадают мне. Теперь вот это, ага, она только на этом ходу, да, получала плюс 4. Теперь все. Ну ты вот это, ты вот специально, что ли, вот это вот начинаешь свою лютую жесть тут доставать, а? Просто приходится вот так вот, ребята, любому растению. Ну, конечно, вот этому. Ну, смотрим. Обмен? Обмен сейчас будет у нас. А этот мне в лицо зарядит. Все-таки, да? А что это он? Что-то странное с ним происходило, вот с этим чувачком. Да иди ты в пень, у него опять шаманство трех карт. Ты посмотри, у него сколько карт сейчас будет. Офигею просто, молодец. Как я с ним должен тут... Да, друзья мои. Ну это жесть. Это просто жесть начинается здесь. Что я могу сделать? Заморозка. На шамане на космическим бобом получен команд. Блин. Выставлять сюда. И у нас... Блин, я не знаю. Давай, наверное, так с тобой сделаем. Да? И все, и больше у меня нет энергии. Надеюсь, он никого не сможет убрать мне здесь. Перемещает зомби. Куда? Ох ты! Чего у него еще? Да ты припух, что ли, блин, ну. Зашибись. Ох, началось, да? Ладно. Ребят, никто не говорил, что будет все легко и просто, поверь мне. Нам, наверное, вот эти вот карты здесь не понадобятся на надгробия. Их надо будет заменить. Нет, понадобится. Нам понадобится, но тратить как-то, вот, если честно, неохота. Так, ну что, давай, наверное, мы с тобой сюда поставим, да? И вот сюда. Я другого варианта пока не вижу. Смотрим. А с какого перепуга этот чувак стреляет первым? Эй! Пошел отсюда. Кого берем? Замороженного почему-то мы убрали. Но тут обмен, да? Тупо обмен. Давай, бомби. Пошел отсюда. Тут тоже обмен. То есть у него остается еще два зомби. Вот этот тут, конечно, ханорик вообще трындец. Жесть. Надгробия вызывает. Мы их откидываем с тобой. И это тоже выкинем. Так, дали что-то, ну все как-то не то, что надо. Начало хода плюс один. Мне кажется, я здесь уже не смогу ничего, ребята, себе сделать. Потому что, ну, просто трындец полнейший. Разброс, амфибии, это все, конечно, хорошо, но сейчас мне прилетит в... Он еще заморозку делает. Получает себе усы морозные. Да. Короче, я вначале хотел отказаться от надгробий, да, от этих. Но, видимо, да не буду я пока использовать это все. Амфибии у меня нету. Соответственно, этого я не смогу никак законтрить. Ну что он там задумался? А этот чувак, так. Безумие. Почему он тогда все-таки стал ходить первым? Ты смотри, что я... Вот... так. А знаешь, что я предполагаю? Предлагаю даже. Взять, наверное, другое растение. Взять другое растение. Я даже уже, в принципе, наверное, подозреваю, кого нам нужно здесь
взять. Так, давай вот так вот сделаем. Ну и... чтоб в лицо не получить урон. У него офигеть добор. В принципе, неплохие цветочки нам достались. Но это меня уже не спасет здесь. В данный момент это бесполезняк. Защита у меня только одна. Надо взять побольше магии. Он еще, видишь, доборы. Все доборы, доборы, доборы. И так до бесконечности. И вот это, конечно, мочит очень нехило. Да, горох, извини, конечно, ночная тень, но мне придется с тобой распрощаться и, судя по всему, выбрать другого героя. И это я будет у меня, наверное, вот. Мое солнышко родное. С ним, я думаю, мы сейчас разрулим ситуацию намного лучше и круче. Так, во-первых, мы с тобой кое-что сейчас поменяем. Так, что ты у нас делаешь? Создание копии разыгрываемого растения. Создание копии. Так, а ты? При использовании наносит 1 единицу урона зомби-герою за каждое растение. Ничего себе такой, каратека. Тыква, вот тыкву я возьму. Это однозначно, вот это вот. Прикинь, одно солнышко. Что оно делает? При использовании игрок за зомби шаманство монстра. Получение случайной карты этого типа. Кого убираем? Кто здесь слабое звено? Так, росточки, наверное, тоже нам придется убрать. Ну что, добро пожаловать. Так, а ты-то что у нас? Начало хода вы получаете плюс один. На этом ходу он превращается в большой солнечник. Да, то, что ты превращаешься в большой солнечник, это, конечно, хорошо. Это все хорошо. Убрать вот это, наверное, да? И... так вот. Ну, пока, друзья мои, вроде бы и все. Я не знаю, что здесь еще можно предложить. Получше, покруче. Попробуем вот такой вот сыграть компашкой. Будем надеяться, что сработает. Так, выбор. Выбор, как всегда, опять корявенький. Поехали. Профессор, мозговая атака, это все понятно. Сейчас он, как всегда, свое шаманство применит, да? Мы пропускаем с тобой ход. Он добор делает, карт. Он все равно, рано или поздно, он получит от нас люлей. В этом можете не сомневаться. Пока будет своими доборами тут пользоваться, мы будем тоже, ребят, с вами что-нибудь эдакое вытворять здесь. Так, поставил, да? Это твое право, это твое право. Мы вот так вот сделаем. Пускай тут вырастет у нас хорошее растение, надеюсь. Ну-ка посмотрим, кто. О, неплохо, очень даже неплохо, я тебе скажу. Так, дальше мы с тобой сделаем вот так. Найс. Еще вот так вот вжарим, чтобы у нас была энергия. Пропуск. Кто у него тут вылазит? 3-4, да? В воду? В воду нырнул. Хорошо. Пускай будет в воде. Да, тоже не отстает от меня. Ты смотри. Ох, ё-моё. Так, смотри-ка, что у нас тут. Он оставил себе запас, кстати. Именно на магию что-то хочет применить. Кого-то убрать, да? Нет? Этот будет сейчас повышаться по здоровью. Угу. Так, давай. Шаманство опять применяет. Опять он берет три карты. И так у него получается три раза, да? Ладно, предположим, набрал ты. Окей. Так. Что все зомби-лаборанты получают? Там чего-то непонятное, да? Разместите два шампиньона. Ну ладно, давай, поставим. Вот так. А чего ты не стал стрелять? Дурик какой-то, я не знаю.
Давай уберем нафиг ядрень фени его отсюда. Вот так вот. И вот так вот сделаем. Ну что? И, наверное, мы с тобой еще сделаем вот так. Будем здесь с тобой сажать шампиньоны. Если это можно, конечно, назвать шампиньонами. Опа-на. Так, это вот тоже минус. И давай 8 хп, запомните, 8 хп. У него обычно сейчас начинается бзики после этого. Сейчас будет тут выставлять всякую дичь. Ты посмотри, посмотри, что он делает. Ну, вот как вот это называется, друзья? Не дичь ли? Ну, давай поставим вот так вот. 7 к атаке, 7, да? То есть, если мы с тобой сделаем вот так, то мы должны его вырубить сейчас. Погнали, ребят. Удар. Удар. Или у него сработает защита. Ну, естественно. Друзья мои, естественно, у него срабатывает, блин, чертова защита, ты понимаешь? И он сейчас тут навыставляет. Навыставляет столько, что мне просто некуда деваться будет. Мне дали тыку. Смотри, что он сейчас тут. Смотри, что делает. Сюда посадил. А кто? Ты сомневался в этом? Я нисколечко не сомневался. Но ему кобздарики. Он не сделал сюда, не поставил никого, ты понимаешь? И он сдулся. Ребят, смотрите, что сейчас будет. Смотри, бамс, бамс. У нас с тобой еще есть ожог, который мы применяем. И вот и все. Его песенка спета, он сдулся, ребят. Ух, вот так вот. Вот такие вот они боссы противные. Да, друзья мои, ну слава богу, мы с вами победили. Похоже, бабах использует свой мозг. Бабах. Теперь профессор знает, что нечего лезть к нашим головам. Теперь профессор знает, что нечего лезть к нашим головам. Окей, ребята. Так, получил наградочку некую, да? И у нас с вами механическая угроза снова здесь. Я думаю, героя нам менять не стоит, и поэтому приступаем. И против нас замех. Замех. Слушай, он, по-моему, будет всяких механических зомбарей против нас, да, выпускать. По-моему, это именно он. Ну что ты мне даешь, а? Ну зачем ты так жестоко со мной, а? Вот постоянно дает какую-то имбу, именно, которая должна на поздней игре быть. Он дает мне сейчас, на ранней. Похоже, геройский трон поломался. Только посмотрите на данные, полученные моим ультрабезумным гаджетом. Так, живые мертвецы. Во время этой миссии зомби начинают игру с плюс одной единицей здоровья. Зашибись. Условия мне тут сделали, а? То есть зомби у него будут на одну единицу круче. Это я имею в виду по здоровью именно. То есть если он будет 1-1, у него получается 1-2. Ой-ой-ой-ой, тихо. Так, он мне дает шанс какой-то, да? Ну, как-то у нас здесь... Кто ты такой? Так, при использовании появляются малыши здесь и поблизости. Хе-хе, малыши. Так, мы тогда этих малышей еще улучшим. Вот, вот. Кстати, здесь надгробие появилось. Ё-моё, 6-2, ну видите, да? С одной единичкой здоровья он... Тихо, родной. Смотри, у него уже 10 хп, ребят. Так, у нас есть шансы все. Что бы нам с тобой здесь сделать? Знаешь, что я думаю? Мы с тобой... А, блин, артишок, давай этого, наверное, уберем все-таки, да? Окей. И поставим... наш абрикосик. Ну, проверим. Так, зомби неуязвимый еще к тому же, да? А зомби получает что? Плюс 5 к хп? Ух! Это плохо.
наносит, что там, 3 единицы урона. Но мы еще выживем. Ага. Оу, он всех снес. Всех снес, кто здесь был, понял. Значит, что мы с тобой сделаем? Да ты смотри, что делает, а? Начинается, что ли, у него вот это вот? Так, давай попробуем с тобой поставить здесь артишок. Сейчас бомбанем. У него останется всего 3 здоровья, да? Друзья мои, я вам скажу одно, что он сдулся. А знаешь почему? Ха, смотри сейчас, что я сделаю. У него 3 единицы здоровья, так? Если, конечно, он тут не отхилится каким-то чудом. Но он не отхиливается, смотри. Ты-ты-ты-ты-ты-ты-риц. Пока, зэ-мех. Зэ-лашпенты, а не зэ-мех. Да, ребята? Несмотря на то, что у него были все шансы меня тут порвать, мы его нагрели. Фух, значит, мы переходим с вами на вторую миссию. Опять же, оставляем за нами героя подсолнух и заморозк. Вреднюка еще тот этот заморозк. Но главное, чтобы мне повезло, конечно же, с начальной рукой. В принципе, смотри, неплохо, очень даже неплохо. Я, наверное, менять ничего не буду. Меня это вполне устраивает. Ход зомби. Так, живые мертвецы. Во время этой миссии зомби начинают игру с плюс 1 единицей здоровья. Вот даже как. Ладно, погнали. Что он сейчас будет тут мутить? Карту взял, да? И... А, нам надо пропустить ход. Что он будет сейчас делать? Ничего, не стал выкладывать ничего, ребята, абсолютно. Это классно, на самом деле, это очень хорошо. Так, у нас есть с вами... Я не знаю, кто отсюда вылупится, если честно. Давай-ка мы вот сюда с тобой посадим росточек. Кто? Кто тут? Че, серьезно, что ли? И он сейчас меня атакует, да? Так, ну ему конец, ему тоже крышка будет. Этому зомби. Главное, чтобы у нас здесь выросло нормальное растение. Кто? Ё-моё! 7-7, ты прикинь? Ему сейчас взгрустнется, если честно. А, у него же, да, прикрывается. Ты смотри, что делает. Он прикрывается. Так, мы можем с тобой, знаешь, что сделать? Ожог. Плюс 3 единицы урона. Прикинь, сейчас ему в лицо 3 у... Ой, 7 урона влетит. Ух, ха-ха-ха. Ну что, взгрустнулось тебе? Так, питомцев, питомцев разыгрывай, да? Ой-ой-ой-ой-ой. Так, а мне чем тут заняться? А, слушай, мне пока здесь сделать нечего. Это все грибы получают. Ну, у нас нет грибов, поэтому мы с тобой, наверное, сделаем... так... Растение здесь и поблизости получает плюс 2. Но это эволюция. Нам не нужна эволюция, ребят. Мы с вами попробуем так сейчас бомбануть. У нас еще броня 7. Это очень круто на самом деле. Так, 7 единиц здоровья у него осталось. Ух ты, нам достается бумеранг. Смотри, что творит, а? Смотри, что творит. Окей, значит, мы сделаем с тобой... Мы с тобой сделаем прочерк. Вот сюда, да? И все, больше пока ничего не могу сделать. Посмотрим, кто здесь. Как всегда, какая-то... Чувырла да вылезет. Он специально, он, ребята, не хочет получить урон, ты понимаешь? Ох, ну тут мы уберем этого чувака. Правда, он у него сейчас работает. Ага. Так, заморозка всех растений на земле. Прикинь, он применяет на меня. Ё-моё. Вот это плохо. Это плохо. Но нам нужно каким-то способом нанести ему... О, тыква нам достается. Слушай, смотрим, кого он сейчас вызывает. Кенгуру. И зомби. Вот этого, да? Так, смотри. Мы с тобой что можем сделать? Мы можем поставить вот сюда. Тыква, тыква. Тыква не то. Сделаю, короче, я, наверное, вот так. И усилим все наши растения.
Или не надо, или надо? Надо. Надо, друзья мои. Конечно, очень-очень-очень все паршиво. Но попытаемся что-нибудь здесь. Чего в сердцении на земле? Минус один. Прикинь, что он сделал. Так, дайте мне, пожалуйста, какую-нибудь, я не знаю, магию или что-нибудь еще в этом роде, чтобы я просто его наказал уже, в конце концов. Ход зомби, что он там выставляет? Надгробие. Окей, мы с тобой сделаем что? А что мы можем с тобой здесь сделать? Блин. Мне кажется, что у него 7 энергии он не зря оставил. Сейчас что-нибудь чуданет, да? Вот сюда поставит или... Нет? Пока, Аркаша. Блин, повезло, ребят. Опять же, нам очень крупно повезло. Победа растений. И все, у нас четненько. 10 билетиков получили. Ну и давай, наверное, последнюю на сегодня миссию попробуем пройти. Да, надеюсь, у нас все получится. Выполнить миссию, погнали. Это у нас The Mech. Опять же он, да? Это мы убираем. Это тоже меняем. Да, заменил тоже мне. Но, в принципе, рука так себе. Не скажу, что супер-пупер, но должно зайти. Так, что у нас тут? Ага. А он у нас при попадании растения на эту линию 1 плюс 1. Вот оно как, да? То есть парнишка собирается увеличивать, да, свое здоровье. Но я на это не согласен. Я на это не согласен, друзья мои. Так, мы можем, в принципе, его сейчас бомбануть, тарануть. Что он сейчас будет делать? Ничегошеньки он не стал делать. А я тогда сделаю вот так. Еще один цветочек. Все зомби на земле получают минус один, минус один. Это, кстати, хорошо. У него две энергии есть. Он может мне сейчас поднасолить. Ну, ты видишь, да? Поднасолил. Ладно, все равно он получит два в лицо. Мы тоже. Мы пока с ним на равных идем. Сейчас, ага, высаживает там непонятно кого. А мы с тобой сделаем вот так. Ну покажи, кто у тебя там. Понятно. Помоечник, да, вылез. Причем с неуязвимостью. Понял? С неуязвимостью. Ладно. Ход зомби. Че он там опять? Что ты достал? И ты тоже достал. Я, наверное, сделаю его так, ребят. Это уже просто ни в какие ворота не входит. А что с этим? Блин. Не знаю. С одним-то растением нам здесь будет туговато, если честно. Согласись. Так, что нам выпадает? Ага, минус два, минус два. Ну давай. Вон того уберем. Ну не уберем, а вообще без атаки его оставим. Так, окно. У нас появилось окно. Но этот сейчас будет набирать темп. Потихонечку, как ты понял, да? И мы с тобой сделаем вот так вот. Сейчас стопудово как-нибудь уберет. Все зомби получают плюс 2, плюс 2. Офигеть. Да. Нет, друзья, здесь явно наш подсолнух, ну, просто не подходит. Не подходит. Здесь надо брать кого-то другого. Кого я пока даже, я же не знаю. Смотри, что делает, а. Просто, просто жестко все, на самом деле. Ой, ну. Опять же у него тут неуязвимость. Нас разберут, да, сейчас? Понятно. Друзья, короче, меняю я этот подсолнух в данный момент на какого-нибудь другого. На кого пока не знаю, если честно. Так, выбираем, да? Можно посмотреть
Вот за наш... Так, изменить. За наш огонек. Что у тебя есть, а, огонек? Вот скажи-ка мне, пожалуйста. У тебя практически то же самое, да? То же все самое. Значит, нам надо не огонек, а посмотрим тогда. Слушай, а орех? Что у нас с орехом? Давай посмотрим, какая у него колода. О, кстати, вот это вот неплохо. Неплохо. Давай-ка мы с тобой кое-что здесь сделаем. Подзаменим. Так, вот это убираем. Это все остается. Этого уберем. Уберем. Так, смотрим. Все какое-то дорогущее тут у нас. До ужаса, как все дорого. Хм. Ну. Что ты вот? Что это за... При использовании растения здесь поблизости получается... Ага, понял. Плюс 2. Ну, давай возьмем. Добавить. Дальше. Дальше нам... О, вот этого добавим. Так, прочерк. Это все понятно. А вот это что такое у нас? Что это у нас? Информация. Уничтожение растения 4 или больше. Что? Уничтожение растения 4 или больше. В плане. Бред какой-то. Так, давай здесь, наверное, да? И у нас вот этого еще воткнем. Так, а что вот этот у нас делает? После уничтожения наносит 3 единицы урона зомби здесь. Оу, 3 единицы урона зомби наносишь, да, говоришь? Ну, тогда ты мне пригодишься. Давай вот этого, наверное... Я даже не знаю, подсолнух, может быть, убрать. Где он? Вот он, этот красавчик. Две штуки взять, я думаю... А вот это вот уберем. А вот этого вот возьмем. Добавить. Плюс вот эта вот штука тоже нам пригодится, поверь. Все-таки я не понял, что вот это вот уничтожение растения, зачем это надо делать? Пока без понятия. Так, смотрим дальше, что у нас тут еще такого привлекательного. Ну, вроде бы все, ребят, да? Больше я ничего тут такого не вижу. Так, а это что у нас? Просто орех растения? Нет, парень, ты нам тут, извини, не нужен. Просто орех растения. Вот это, да, вот это вот. Вот это нам пригодится. Ух ты, а это кто? При использовании размещает стенорехи поблизости. Ореховая эволюция растения без атаки получает плюс 3. Легенда трясовой. Берем. Добавить. Ну, правда, 6 энергии стоит. Хм. А что, новинка как-то... А, это вот новинка. Ну что, ребят, я не знаю, попробуем, короче, с этим орешком сыграть. Не знаю, получится у нас, не получится, но это уж больно люто, этот замех. Фартанет, не фартанет. Так, фисташки, фигашки. Угу. Давай вот это вот поменяем. Поехали. Ой, господи. Ну, все? Ну, понятно. Ну, здесь мы с тобой вот так вот сделаем, да, наверное? Нам этого ханурика нужно уничтожить. Да-да-да-да-да. Минусуем. Пошел отсюда. Окей. Дальше мы с тобой вызовем, наверное, фисташечку, да? Ход растения. Я ничего не стал вызывать. Это немножко удивительно. Но наносит 3 урона растению. Лучшего и быть не могло. Ход зомби, что ты там выставляешь? Я не знаю, что он там выставил. Ну давай. Я даже не знаю. Давай орех поставим с тобой. И вот так вот. Посмотрим, что он тут сделает. Ага, этот у нас зомби с неуязвимостью. Это плохо, на самом деле. Он сейчас, наверное, будет улучшать, да? Или не будет? О, вот это, кстати, хорошо, ребят. Вот это вот.
Вот это вот карта хороша на самом деле. Давай-ка мы с собой вот так вот сделаем. Сколько наносит урона? А, 2 единицы, да, на этой линии. Окей. Поехали. Так, -2. Накрыли. Тут 2 в лицо нам прилетело, конечно. Что он сейчас будет делать? Смотрим. Блин, этот футболист, блин, американский. Тоже как-то не в тему, если честно. Так, а здесь я, наверное, сделаю вот так вот. Сколько ты дашь? 5. Пятерочка, пятерочка. И вот так вот. Ну что, погнали. Так. Ага. Да почему ты 2 раза-то бомбишь? 3! Какого перепуга он 3 раза-то бомбит, а, друзья? Объясните мне, пожалуйста. Что? Безумие. Если уничтожить... А, такое вот растение снова. Все, я понял. Твою же налево, это что еще за... 6-7. Как я тут должен, извини меня, блин, драться с этими говнюками? Вот объясни мне на милость. Ну как? Друзья, ну как вот можно здесь вот драться? Да я не знаю, блин. Это бесполезняк. Меня тут разберут, ты понимаешь? Сейчас этот чувак 6 в лицо, да? Сейчас еще и бомбанет сюда. Ну как? Я ума не приложу. Мне кажется, что тут уже заранее просто имба какая-то идет. Ты посмотри, что делает. Ты посмотри, что он просто тут творит. И все. Я офигею. Не, ребятушки, это... Это бесполезняк. Это имба какая-то. Ладно. Ладно, все. Наверное, на сегодня мы закончим играть. У нас сколько, кстати, с вами этих? 170. Давайте мы, наверное, с тобой одну колодочку откроем. Потому что, блин, это жесть. Это никаких нервов не хватит. Вот серьезно тебе говорю. Трясовый триумф. Попробуем здесь. Может быть, что-нибудь нам выпадет нужное. Конечно, хотелось бы, да? Но не уверен, что что-нибудь. Так, груша, банан. Ну, это все не то. Это все не то. А это что такое у нас? Синтез шаманцев легендарной карты, который... синтез шаманцев легендарной карты, который стоит на 1 энергию меньше. Но это опять же для зомби. И мега редкий. Это кто? Это дикий шпинат. Лиственная эволюция растения на всех линиях, вытянутые вами, получает +2. Ну это эволюция, ребята, нужно. Ну что же, давайте, наверное, мы сегодня с вами закончим на этом. Обязательно встретимся, обязательно продолжим играть в эту замечательную игру. Но я скажу вам, что уже стало очень сложно. И я как бы вот думаю, может быть, нам немножко начать задание за зомби. Короче, напишите мне в комментариях. Если вы захотите, то мы начнем с вами кампанию за зомби. Хотя бы получим кристаллы, гемы, там где-нибудь билетики, пооткрываем новые карты и, может быть, тогда сможем дальше продвинуться. Ну, а с вами был Рэй. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.